К 2027 году вся территория Казахстана будет обеспечена высококачественным интернетом. А мегаполисы и областные центры в скором времени получат связь формата 5G. Такое обещание сегодня дал министр цифрового развития депутата Мажилиса. Впрочем, парламентарии к этому отнеслись весьма скептически. Чуть более 10% жителей Алматы и Астаны имеют смартфоны, поддерживающие передовой стандарт 5G. В связи с этим у меня несколько вопросов. Первое. Насколько мы исчерпали стандарт 4G, что нам срочно необходим следующий? Стоит ли форсировать события с внедрением стандарта в городах, если этим не может воспользоваться 90% наших сограждан? Ответ министра был кратким. Это необходимо, чтобы не отстать от трендов. В то же время депутатов и общественность больше волнует настоящее. А качество интернета, да и его доступность здесь и сейчас постоянно критикуются. И не только в отдаленных селах, но и в крупных городах, в Астане и Алматы. И именно этот вопрос министру задавали чаще всего. Он же объяснил низкое качество интернет-соединения. Есть много жалоб на то, почему качество интернета низкое. Мы признаем это. Но хотелось бы остановиться на некоторых факторах. Например, есть приложения TikTok, YouTube и другие. Они в полной мере используются в повседневной жизни. Таксисты также смотрят видеоролики, глядя на свои телефоны, стоя на светофоре. В других отраслях экономики тоже используется интернет. В связи с этим значительно растет и использование интернет-трафика.